Пожалуйста, отключите AdBlock. Мы не просим большего, хотя работаем для вас каждый день. 29 мая 18:30 фото с сайта yandex.ru. Пожар на крыше ТРЦ Silver Mall произошел из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили irk.ru в пресс-службе ГУМЧС по Иркутской области. Открытого огня не было, дымилась проводка. Сейчас на месте остаются пожарные, которые разбирают конструкции для обследования. Сообщение о возгорании в торговом центре Silver Mall поступило в 17:56. Всех посетителей эвакуировали. На место выехали 40 человек личного состава, привлечено 8 единиц техники. URL http://www.irk.ru/news/201-80529/ignition/, чтобы сообщить об опечатке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter. Закрыть окно можно, нажав S на клавиатуре либо в любом свободном от окна месте экрана.